Друзья, всем привет! Приехал опять на тот же залив. В прошлый раз я ловил щуку с живцом с той стороны. Вот, переехал, нашел все-таки дорогу, подъезд с другой стороны, где затишок, видите, волны нету. Посмотрел направление ветра, как раз будет в спину, и тут небольшой пригорок. Вот, будем сидеть в тишине. Значит, первым делом сейчас мы с вами подловим живчика. У меня немножко прикормки осталось еще лорпи. Пинка есть. Сейчас подловим живца. Ребят, пакеты забирайте с собой. Не мусорьте на берегу. И будет чисто. Ты как приедешь, все в рыболовных пакетах. Так. Отлично. Как она пахнет, класс. Тут сразу идет глубина. Прямо вот возле камыша. Вот здесь будем ловить, прям близко совсем. Кинем пока три шарика. Вот так, пока этого хватит, я думаю. Так, сегодня задача словить живчика поменьше, чем в прошлый раз, размером. И потом на этого живчика словить щучку. Задача простая. Щуки много здесь. Будем пробовать. Так. Что-то у меня опарыш уснул. В машине оставил. Сегодня ночью было плюс 2. Что-то он как-то плохо выглядит совсем. Ну, в принципе, для живца, я думаю, что тут разницы никакой нету почти, наверное. Хорошо, будешь вставать? Что-то не хочет вставать там. Попробуем подальше чуть-чуть. А что такое? Давай, вставай. Чуть поменьше сделать. Чуть-чуть. Так. Конечно, идеально было бы словить плотву. Так, у меня такое чувство, что о, грузик один отвалился. Надо будет поставить. В общем, задача простая. Слушайте, ну тут гораздо комфортнее сидеть. Нет, вроде грузики на месте. 4. Да, 5 маленьких грузиков. Что-то он не хочет вставать. Бьет живец. Я же словил красноперки 3, маленькие, большие. Потом также словил еще как ее, наклейку большую. Тоже попробуем наклейку. О, какая, самый живчик. Смотрите. О, класс. Вот вчера бы такие клевали. Отлично.
Поклевывает. Прикормил. 10 минут вообще не было реакции. Сейчас пошли клевать. Сейчас мы с вами штучек 20 словим. И будем ловить щуку. Хорошо, что и большие, и маленькие клюют. Можно будет на разные попробовать. Опа. Само то. О, какая. Самый живчик. Опа. Маленькая попалась. Тоже будем пробовать. В общем, процесс пошел. Ребят, поклевка. Поклевка, поклевка, поклевка. Есть. Еще парик. Сейчас попробуем. Я заметил, как краем глаза потянул, потянул, потянул. Дал немножко ему потягать. Вот такой вот разбойник малой. Ну, схватил. Так. В следующий раз надо, знаете что, инструмент взять. Без инструмента, конечно. Опа. Вот какой. Шпарик маленький. Давайте его отпустим. Не туда, не туда. А, пошел, пошел, пошел. Так, перезаряжаем. Ручку получили. Я думаю, может попробовать на середине поглубже поставить. Может будет покрупнее щучка. Хотя я приехал, здесь прыгали хорошие. Такие явно за кило. Ну вот, словили красноперочку. И на красноперочку словили щучку. Только еще пока не наш размер. Я думаю, что дождемся. Вот так. Все, пускай стоит. Пускай стоит. Снайперка резвая, видно, что тягает вот поплавок. Душку открыл, потому что не постоянно смотрю на поплавок, чтобы она тянула, тянула, тянула и леска стравливалась. Так, ладно, я пока щучка подходит. В это время еще параллельно живца подлавливаю. Еще 3 штучки словил. Тоже сегодня хорошо, что и мелкая, и крупная есть.
Можно попробовать разные. Есть поклевка. Вон цыгает, цыгает. Цыгает. Идет, 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 идет. Что, я думаю, можно сечь. Ах. Вырвал. Вырвал из пасти, но поклевка была. Поклевочка была. Это хорошо. Сделал побольше глубину. Сейчас туда же забросим. Я кину чуть левее. Там камыш как раз. Сделал побольше, и поклевочка была. Хорошо тянуло. Надо немножко дать ей еще погулять. Вон, наверное, поплавок виден. Вторая поклевка уже была. Первая щучка маленькая. Еще будут поклевки. Подождем. Я перешел немножко левее. Тут обкидываю на каждом месте. Ну, по полчаса. Покидаю по разным сторонам. А, нет-нет, доклюнет. Вот, будем ждать поклевочку. Хорошо тягало. Наверное, мало времени дал ей заглотить. Утонул поплавок. Тянет, 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 тянет. Есть, есть, есть. Тоже маленькая. Маленькая щучка. Когда уже будет хотя бы килошки? Отпускаем. Спасибо за поклевку. Так. Поставим чуть-чуть крупнее. У меня есть совсем там крупная. Тоже надо будет попробовать. Так. Сейчас проверим, как плавает. Отлично плавает. Так. Хорошо. Вот туда. Цель стоит. Да, пока мелочевка. Но третья уже поклевка. Хорошо. Я думаю, что крупную щуку мы дождемся. Что-нибудь среди этой мелочи должно влететь нормально. Вот как раз этот перешеек, видите? Вот. Соединяется с рекой залив. Вот. А там уже течение сильно бьет.
хороший такой заливчик. Надо будет попробовать летом, весной, летом попробовать линя половить с карасем. Я думаю, что здесь должен быть с той стороны много кувшинок. Я думаю, что можно будет даже на поплавочку попробовать, на фидерок ночь посидеть. Но это все в будущем. Впереди рыбалки с жерлицами, ночные рыбалки на леща. Да, тут чувствую, вода очень холодная. Чувствуется, что первые морозы и корка сразу станет. Сразу будет лед уже. Уже с ведерком тут не посидишь. Вот. Вроде бы как есть поклевка. Пару раз ударило сильно. Подскочил поплавок, но что-то не тянет. Ждем, пока потянет. Ребят, нету поплавка, блин. А, вон он где выплыл. Что, неужели выплюнуло? Прозевал я, в общем. Ай-яй-яй-яй. Ловок исчез и все. Так, ладно. Перезаряжаем. В общем, уже 3 часа дня. Поклевок больше не было. Решил собираться. Еще и дождь прошел. Вон, промок весь. В общем, собираюсь. Рыба не гуляет. Поклевок больше не было. Ни живца, ни щука не клевала больше. Будем собираться. Все, ребят, кому понравился видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.